И сегодня хотел немножко поделиться, ну, по прошествии уже сколько, наверное, больше 2 недель нахожусь здесь, в Индии, и хочу поделиться кое-какими мыслями. Заодно побреемся с вами. Ну, поскольку клиночка у меня с собой рядышком нет, то бреюсь я, опять же, станочком Т-образным, вот таким вот красавцем. От Люфта. Да, лезвие, будет опять же японское производитель Физер. Хорошее лезвие, ничего не скажешь. Они так здесь достаточно хорошо приклеены. Маловероятно, что они затопятся. Итак, заряжаем лезвие, станочек. Да, ребята, кстати говоря, вот мне писали, касаемо того, что очень похоже на 89-ю голову от Мюлли. Я вам так скажу, я не пользовался ни 41-й, ни 89-й. У меня когда-то был Меркур, старый станочек. Он был дико агрессивный такой, но я даже не знаю, как он звался, с такой, знаете, граненной ручкой. Я от него избавился. Вот, я зарядил теперь, а у меня смачивается помазочек. Вот он, мой маленький трюфет в стаканчике. Да, будет, естественно, пришив. Кстати говоря, там у меня ребята интересовались, прикупил ли я что-нибудь Thrifting Hill? Прикупил. Там больше от этого закупался, потому что он там шампунь купил. Я покажу там коротенький ролик такой, как у меня все здесь оборудовано. Мы же эстеты. Да, и шампунь, потом покажу, собственно говоря, крупные планы. Очень хороший шампунь. Вот так это выглядит. Вот. И оставлю его здесь. Затем здесь вот такое вот интересное, то ли лосьон, то ли что. Для головы вообще такая свежесть приятная. Пробовал сам лично. Здорово. Да, прикупили одеколончик обслед, потому что тот мой уже закончился. Вот его взяли. И взяли. Да, это уже для себя конкретно пришив. Это самый обалденный пришив из всех пришивов, которые мне приходилось пользоваться, потому что я пользуюсь еще и от Симпсонов пришивом. Но там есть один маленький нюанс. Больно, да, это тоже на маслах там натуральных и так далее. Он густоват. Вот трюфеты, они, конечно, красавцы. В каком смысле? Смотрите, какой он. Он вроде бы жиденький, видите как? И он действительно, то есть он спокойненько, не струей, а распыляется вот из такого пузыречка, куда очень удобно переливать и затем пользоваться им. Вот, видите, вот он такой. Но при этом он маслянистый. То есть он работает на ура, аромат обалденный и плюс жиденький. То есть он не густой, потому что у Симпсона у него есть один такой вот, еще раз пытаюсь, нюанс, вот как будто медом мажешь, достаточно такое густое. Так, это зарядил, все, теперь забыл залить мыло водичкой. Ну ничего, я вам зато расскажу, как они пользуются кремом, что в принципе у меня было несколько, ну, уже будучи немножко кое-чего повидавшего, было удивительно, с одной стороны, с другой стороны, для кого-то это абсолютно не удивительно. Итак, что они делают? Они крем, когда наносят, во-первых, там все это происходит, знаете, как в... Он и этот барбер, он же и, знаете, как сомелье, дает вам нюхать перед тем, как пользоваться мыло, то есть не мыло, а крем для бритья. Такой. Я выбрал Графтон, потому что это мой любимый аромат. Касаемо мыла, одеколон крепковат для меня. А вот когда был уже он наносил мне крем после бритья, то я выбрал Обсидей.
потому что он мне предложил графтон, ну, я отказался, скажем так. Теперь, ну что ж, пожалуй, я начну. Да, он наносит он этот крем на лицо. Они не взбивают это дело в баночках, в этих в мугах и так далее, а просто-напросто наносит на лицо крем и затем влажным этим помазочком начинает прямо на лице вот, увеличивать эту пену. То есть, она такая обалденная пена. Ну, крем, господи, знаете, крем, как говорится, что трюфель, что не трюфель, то там с этим делом проблем нет. Это не твердое мыло, поэтому здесь, скажем так, никаких проблем нет. Вот единственное, что в этих отелях не очень удобно, это все идет из Англии, вот эти их краны, отдельно горячий, отдельно холодный, вертятся они все в разные стороны. Тут пока приноровишься, еще и выключатели тоже самое. В общем, одним словом, вот что у меня получилось. Вот такой вот помазочек. Здесь у меня мыло. Сейчас вытру руки я вытираю по привычке, потому что я, когда я бреюсь опасной бритвой, то, естественно, у меня руки сухие, практически полностью сухие. Вот, пожалуй, я начну. Буду без примочек. Естественно, там меня спрашивает Глеб Приветствия из Новой Зеландии, парень, который... Насколько хорошо выбрит? Выбрит очень хорошо, причем там он меня выбрал один проход, фактически был такой снизу вверх по шерсти. Потихонечку уже фактически у меня крема на лице не было, но лицо настолько скользкое было. Вот он. Бритвы там во всех направлениях потихонечку убирал. Мне понравилось то, что, допустим, вот в этих уголках рта очень здорово выбрил. И потом я хочу сразу сказать, что вот, когда я в Мексике брился, барбер меня когда брил, то чувствуется, что он, ну, скажем так, они уже, в принципе, не такие не заросшие, вот индусы, они те, да. И видно, что он, может быть, там подравнивал так хорошо, все это делал, но так вот, не скажу, что он ас такой полноценного бритья. А вот здесь вот, во-первых, Антон показал им мой ролик, что я бреюсь вообще опасной бритвой и так далее. Да, поэтому мне делал массаж головы один человек, а брил меня, пришел вот этот маленький индус. Они разного роста, кстати говоря, как и мы. То есть есть и высокие, есть и невысокие и так далее. И брил меня другой парень, с которым я как раз фотографировался, там, где я выложил предыдущий вот этот ролик. Так, вот мыло обшли, вот она пенка. Собственно говоря, я приступаю. И заодно поделюсь впечатлениями. Я, естественно, хотел побриться в другом салоне. Вот этот салон известный, который находится рядом с Тадж-Махал на Палас, вот где мы остановились. И меня расстроила картина, я вам покажу фотографию. Вот именно этот Трифтон Хилл, где вот этот известный парень, который ездит по всему свету и бреется. И я посмотрю, может быть, сделаю скриншотик, и вы посмотрите, о чем идет и о ком идет речь. Кто не знает, он закрыт. Закрыт. Я так расстроился, потому что мне понравилось, как этот индус его брил, этого парня. И мне хотелось точно так же. Но что я вам хочу сказать. Вот парень, который меня брил, он брил ничем не хуже, то есть абсолютно так же здорово, с таким же подходом. Это отдельная вообще песня, скажем такая, потому что там подход такой, вот да, и Глеб спрашивает, насколько там он меня хорошо выбрил или нет. Он выбрал меня идеально, почему? Потому что ну, там прелюдия страшная, там, знаете, тебя распаривают 200 раз. Начинается все с того, что на лицо наносят скраб. Нанесли скраб,
Это все вот процедура длится. В общем, меня, короче говоря, брили и делали меня массаж головы все вместе. Где-то, мне такое ощущение, что где-то час это все происходило, потому что массаж головы длился очень долго. И это такой кайф. Я когда видел вот эту опцию, ну там королевское бритье, да, и туда входит. Ох, блин, а? Туда входит массаж головы. Так, где это? Меня видно? Нет. Мотал руками, пока чуть не завалил камеру. Так, все вроде бы работает. Если немножечко изменится видео, ну тут уж, ребята, извините. Да, это. И, конечно, после того, когда я попробовал, что такое. Да, то есть я что хотел сказать, когда я вот эту опцию видел, там массаж головы, ну, я думал, ну это, знаете, такое вот, скажем так, ну как комплимент такой. На самом деле это очень серьезная процедура, и она длится так долго, 20 минут. И это просто невероятное удовольствие. Это просто такое удовольствие, которое передать очень сложно. Во-первых, этот человек, видимо, очень разбирается в этих точках, потому что я там тоже кое-что знаю, касаемо каналов, здесь на затылке. В общем, весь этот лимфодренаж и так далее. И видно, что человек этим занимается, я не знаю, если не всю жизнь, то очень долго. И поэтому удовольствие невероятно. И да, начинается эта процедура с того, что тебе наливают горячее масло, а кокосы вот сюда вот прям на маковку, и оно прям так разливается потихонечку, вливается, очень приятно. Потом он начинает тебя массировать, естественно, потом голова вымывает и так далее. И делается этот массаж. Массаж головы, лица, всего-всего. Здесь вот эти все точки, все-все-все напоминает. Вот, вот эти вот точки, где везде ямочки вот такие, ребята, вот здесь. Кто в этой теме, знает. Одним словом, заканчивается это следующим образом. Он надевает на руку себе вот этот вибратор, который, собственно говоря, был у мексиканца, но у них он немножко другой. И он начинает массировать, естественно, там шею, за шеей, там чуть ли не пол спины, он лазит там этой штукой, руки, все. И он разворачивает ее именно вот этим приборчиком, все это делает. Да. А когда он выходит на голову с этой штукой, она у него на руке вот так одета, то он, видимо, очень сильно напрягает руку, чтобы вот эта вибрация передавалась в голову. И знаете, такая вибрация, что такое ощущение, что мозги превратятся в кашу. И причем, ну, на самом деле, очень приятное ощущение такое, даже аж в перепонках ушей щекотно. В общем, обалденное ощущение. Естественно, потом голову вам помоет и все такое. То есть эта опция очень крутая. Я вам скажу откровенно, она даже интереснее, чем само бритье. Потому что, ну, бритье, понятно, там намылит, тебе нанесет пену, снимет раз, снимет два там, и так далее. Но вот с головой вот этот вот массаж, это что-то удивительное. Да, и, кстати говоря, я помог, конечно, должен это сделать в Москве. И, кстати говоря, в Москве тоже закрылся, в Балчуге этот, в Кемпинском закрылся Трифит Хилл. Я проходил несколько раз там, когда гуляли мы с семьей, и смотрю, там уже, да, я даже подошел, спросил, сказали, все, они закрылись. И вот этот Трифит Хилл, который в Мумбаи, где вот этот известный парень делал видео, снимал всю эту процедуру бритья, к сожалению, тоже закрыты. Там осталась только вывеска сверху. Видимо, над окнами было все очень красиво оформлено, это все просто ободрали. Ну, фото я вам покажу. И даже там у меня есть видео, где мы приезжаем, потому что это совсем рядышком. Я не знаю, сколько просуществовал он лет, но вот в котором я оказался с Антоном Шалоне, он, ему 27 или 28 лет. Я там плюс-минус год, он сказал, как-то 27, по-моему, или 28, ну вот не помню. В общем, что-то в этом роде.
Да, вот они держатся. Они сказали, что да, закрылся этот салон, они его, естественно, друг дружку знают. И они сказали, что ничего страшного, у нас их, по-моему, еще 7 штук. Эта тема у них очень развита, ребята. У нас люди, конечно, на это жалеют денег, это раз. С другой стороны, конечно, у нас какие-то конские цены. У них все-таки не так. Вот я вам скажу. Антон постригся, сделал массаж головы. Я сделал массаж головы и побрился. Купили одеколон, пришейв, шампунь и вот этот лосьон для головы. Мы все вместе вышло где-то 18 с небольшим тысяч. Потом Антоха вздумал делать себе, то есть ноги привести в порядок, это там массаж ног и педикюр. И туда же мы включили пришейв. Вот здесь не могу сказать, сколько это стоило. Антон доплатил, сам он мне ничего не говорил. Да. У нас же в Москве, например, это стоило, по-моему, где-то вот королевское бритье, там голова, да, стрижка, массаж и бритье, где-то в районе 12 тысяч, по-моему, это все стоило. То есть это достаточно для нашего брата недешево, на самом деле. А здесь, да, и там, что они сказали, если вы, допустим, будете находиться в течение года в Индии, потому что они спросили у нас, ребята, вы туристы или по... бизнеса. Но все основное по бизнесу, потому что ну какой туризм? Сейчас, во-первых, туристические путевки-то не дают. И Антон говорит, мы вас, видимо, расстроим, но, к сожалению, мы по бизнесу. А они говорят, ну, если вы здесь будете год, то тогда вы можете просто за $1000 купить карту годовую. И ходить тут, бриться, мыться, что хотите, как, хоть каждый день. То есть здесь это вы вступаете в клуб. Причем вы можете в любом городе Индии пользоваться услугами Trivet & Hell. А он есть и в Дели, он во многих городах, крупных мегаполисах есть эта сеть. И я так понимаю, что, скорее всего, она принадлежит, наверное, одному человеку. Здесь индусы есть богатейшие люди, просто невероятно богатые. И поэтому я вам хочу сказать, ребята, знаете, чем больше ездишь по всему миру, тем больше есть желание прикусить язык. У нас очень много пафоса и у нас страшное высокомерие. Мы о себе думаем, Бог знает что, но по факту мы себя мало что представляем. Да, там индусы не знают, кто такой Макгрегор, кто там такой Рой Джонс, там они... Вообще далеки все. Но они все заточены как муравьи. Они работают, работают, зарабатывают деньги. То есть они, да, они зарабатывают денежку. И я хочу сказать, что на юге той же Индии, там роскошные особняки стоят. Там такие дома, я говорю, на Рублевке надо еще поискать такие дома. У них такие дворцы стоят там, это просто. И причем, ведь страна-то густонаселенная, около 2 миллиардов. Вот ты едешь из города в город, фактически нету таких, знаете, вот мест, как у нас там едешь, там поля, луга, леса и так далее, и ни одного дома. Там нет, там все это есть, и оно переходит одно в другое и так далее. Вот. Чуточку в себе что-то зацепилось здесь. Так что индусы очень автономная страна, и я вам скажу так, если что случится, так, не дай бог, с экономикой, они выживут, вот 100% выживут. А вот мы... Наверное, будем опять в долг кушать бушевские окорочка. Вот я понимаю, там я, ребят, сейчас вот то, что я говорю, это, конечно, с, у меня все, весь этот взгляд, он идет у меня, и все эти ощущения с точки зрения, разумеется, туриста. В любой стране есть свои минусы, что там говорить, это и так понятно. И поэтому, вот касаемо книги, мне парень посоветовал, там Шара, по-моему, да, называется. Я не читал, мне брат ее советовал читать, но я скажу так, я, вы знаете, вспоминаю слова Хазанова, который когда-то сказал так, вы знаете, я, говорит, в свое время столько перечитал книг, и все время думал, может пригодиться, пригодится. Знаете, не пригодилось. И вот я думаю, стоило ли столько читать книг? Я, может быть, поменьше прочитал, чем я же не знаю, сколько. Прочитал книг Геннадия Хазанова, но прочитал немало. И мне уже просто, знаете, хочется смотреть, мне уже не хочется читать. Это как вот, знаете, порой с камерой. Ты ходишь, фотографируешь, 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 потом говорю себе, Олег, остановись. Просто смотри.
Вот, ощущается все, чтобы было потом, когда ты даже и смотришь эти фотографии, чтобы это не было пустой фотографией, а чтобы у тебя было вот это ощущение присутствия, то есть, ну вот так. Вот, я надеюсь, вы мне понимаете, я ничего такого архисложного не рассказываю. Так что вот такие вот дела. Так, и, наверное, еще разочек здесь чуть-чуть пройдусь. Бритва очень, ну, лезвие очень шустрое, остренькое такое, да. И я хочу сказать, что, кстати говоря, вот сейчас я второй разочек прошелся, и не так хорошо, как меня выбрил парень из Трюфита. Брил у меня, естественно, шведка. Я не стал уточнять, какое там лезвие. Может быть, индийское какое-нибудь, а может быть, что-то и другое, не знаю. Но вот как-то так. То есть сама Индия, она настолько разная, ребята. Вот когда заезжаешь со стороны севера в Мумбаи, допустим, то с аэропорта едешь в город. Город вообще очень странный. Он расположен на островах, потом на самом материке и так далее. Там мостами соединены и так далее. Поэтому там все это по районам. И, разумеется, вот все, что прибрежное здесь, где стоят эти ворота Индии, здесь, естественно, это все английские постройки. Поэтому вот я смотрю, ребят смотрят, о, как красиво, как красиво. Да, это действительно так, это красиво, подзапущенное, разумеется. Но, ну, видите как, а индусы сейчас к чему, кстати, пришли. Они запретили использование пластиковой тары, всевозможные там. Пакетов у них нет, у них даже трубочки сейчас идут бумажные. Вот в ресторане, где бы то ни было, только бумажные трубочки. Да. И я что хочу сказать, что в принципе, если я когда ехал с аэропорта, я посмотрел на всю эту удручающую сторону города, я, конечно, знаете, был в таком, ну, честно говоря, несколько подавленном состоянии. Думаю, ну вот что, вот так вот я себе точно город не представлял, знаете. Тем более, вернувшись с юга Индии, хотя это тоже юго-восток, в принципе, еще, ну, средняя полоса, скажем так, Мумбаи, да. Но переезжаешь в другой район, и там совершенно все по-другому, понимаете? То есть, если там такое ощущение, как будто Чернобыль, знаете, вот стоят дома, им по 20, по 30 лет, наверное, в них никто не живет, и ладно, в Чернобыле там пятиэтажки, а это этажей 12, этажей 15 дома стоят, вот знаете, как голубятни. И они просто безмолвные, они безликие, страшные. Тем более, здесь же сезон дождей бывает. Вот эта вся серая на них растет эта зеленая плесень. Что-то я себе все это распасывал, все. Да. А здесь вот уже в другом месте, более элитно, скажем так. Здесь все по-другому, естественно. Здесь магазинчики. Но, опять же, я хочу сказать, это, конечно, не как в Европе, где там просто все вылизано, все вымощено. И, допустим, за эту же самую Вену ты идешь, там эти бутики, они расположены, ну, в таких шикарных, чистых местах, там такие. Прямо на стерильно. То есть я вам скажу, ребята, так, мы живем в таком рафинированном мире, если сравнить это все дело с Индией. То есть даже, вот кто был, тот знает, а кто нет, даже себе представить не может. То есть Юра Уколов, Юра, я приветствую, всегда пишет такие интересные комментарии. Он говорит, натурально. Это вот, это точно. То есть настолько натурально, естественно, что здесь это просто, да. Вот такие вот у меня впечатления об Индии, несколько скомканно, конечно, потому что все это выстроить в ряд так же сложно, как, знаете, привести сейчас порядок в самой стране, потому что она тоже не маленькая, она большая, население очень, ну, большое, и, разумеется, здесь в порядок что-то привести
Ну, наверное, не так просто. Хотя Антонов в Китае был не раз, он говорит, ну, в Китае-то же навели порядок. Но опять же, смотря где, это тоже согласился, да, потому что север Китая, там бардак у них тоже еще тот. Как не стараюсь. Да, я начал говорить, не помню, закончил я или нет, вот касаемо 89-й главы. Так вот, кто-то мне давно-давно писал, что это нифига не 89-я глава. У кого-то тоже есть кустанок, у него было, видимо, и то, и другое. Он говорит, что здесь голова однозначно агрессивнее. И вполне возможно, потому что, да, она такая, с ней очень-очень аккуратненько. И еще мне Глеб сказал, а я тут как раз смекнул, с ним переписывался. Я говорю, тут лень было лезть в чемодан за бритвой, за лезвием новым. Я обычно два раза и потом на выброс. Думаю, побрить третий раз. Третий раз, четвертый раз. Она так мягенько бреет себе и тупиться не собирается. Но бреет, кстати говоря, гораздо комфортнее, чем в первые разы. То есть она очень острая. Этот физер очень острый, особенно первые разы. Так, сейчас я умоюсь. Выбрился достаточно чисто. Вот, порезался, посрезал себе все. И, кстати говоря, чувствую, что будет печь, потому что ощущается даже от воды покалывание. Не буду даже камнем пользоваться, потому что будет печь очень сильно. Так, ладненько, сейчас нанесу просто автошеф и все. Вот такие вот, ребята, дела. Мы двигаемся дальше. Вот. Очень интересные три города, соответственно, будет и недели. Да, с Мумбаи, пожалуй, сегодня, завтра, и мы уже заканчиваем, здесь кое-какие дела были. Делать все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Единственное, конечно, из штата в штат, когда перелетаешь, надо делать постоянно тесты на ковид. Но здесь хоть цены такие достаточно приемлемые, то есть там где-то 1000 рублей на двоих, где-то 2000, но не так, как в Мексике и в Бразилии, там по $50. Вот. Так, пожалуй, все, и да. Моя любимая испанская кожа. Вот, кстати говоря, испанскую кожу закончили почему-то делать вот этот автошлейф. Он очень хороший такой. И аромат приятный. А одеколон у меня один из больше. Из них очень нравится. Ух ты! Он и Апслей. Это из трюфеля. Слегка маслянистый. Вот такие вот пироги. Так, на этом, пожалуй, все, ребятки. Ну, я думаю, если все будет хорошо, там в каком-нибудь следующем городе что-нибудь сниму, вам интересно. В общем, Индия, если так подытожить это все дело, вот из всего, что я видел на сегодняшний момент, для меня лично, это самая интересная страна. Самая красивая, самая колоритная, самая необычная. Вот так, потому что в Индии, вот в городе идешь, тут тебе видишь и Буэнос-Айрес, этот Рио-де-Жанейро. В другом это смотришь, это Сан-Пауло. Третий город смотришь, это стопроцентная Джакарта, Индонезия. И здесь вот все. То Англия, правда, в Англии я не был, не Антон, просто он подтвердит, он два раза был в Англии, причем второй раз очень достаточно так долго. Но я уже про Америку молчу. И вот. И он тоже говорит, вот ты знаешь, говорит, ну действительно, вот все очень. То есть здесь все культуры. Здесь конфессии такие, многоконфессиональная такая страна. Вот. Так что вот такие пироги. Все, ребят, пока. Сейчас пойду класть себе эти кусочки бумаги. Чувствую, что это просто не остановится. Всего доброго. До встречи.